Я готовлюсь к съемке и очень переживаю, как будто в первый раз. Сегодня меня реально переполняют эмоции, потому что я не знаю, кто придет поздравить меня и какие еще сюрпризы меня ожидают. Тем интереснее будет наша программа, и об этом я вам обязательно расскажу чуть позже. Это мне платье на выбор сегодня. Я вот такая. Сегодня очень важная для меня программа. Моя хорошая, она красивая. Будешь меня сегодня хвалить? Буду, конечно. Единственное, конечно. Первый раз в жизни Влад Кадуни не будет говорить гадости, а будет говорить исключительно положительные вещи. Ты на самом деле меня любишь, это же твой образ. На самом деле он такой няш. Приехал. Только он мне приехал. А кто еще? А кто еще? А кто? Иди ко мне, иди к нам. Иди к нам, привет. Загадывай желание. Две Оли. Ну, загадал? Что? Я пошла. Так нервничаю. Открытая, милая, ранимая, сердечная и с особой теплотой относится ко всем своим близким. А также говорит: «Мои люди всегда со мной». Смотришь на меня загадочно, снова мне тебя недостаточно. Готова на новое, сегодня наша сторона. 2 часа ночи, мы только закончили сниматься. Даже с мамочкой не поболтала. Вот бегу домой, потому что я отправила мамочку, Олечку и крестника домой. Все устали, но мы сняли супер программу. Вот так я возвращаюсь домой. Умара, ты что, без цветов? Заходите, давайте, проходите. Что уже? А, это я уже приехала, что ли? Пойдем. That's a friend.